Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос у нас получается такой довольно простой, вот, в смысле короткий. Как победить игроманию? Спрашивает автор. Вот. Пожелавший остаться неизвестным. Ну, я думаю, что побеждать, вот конкретно прям побеждать, ничего не нужно. Именно побеждать. Потому что побеждая, вы, ну, только свои желания, свои эмоции будете подавлять. И, в общем, я не думаю, что это что-то такое хорошее, не думаю, что это что-то такое позитивное для вас. Вот. Я думаю, что за вот тем, что у вас есть такая, получается, зависимость, вот, я думаю, что скрывается какая-то потребность, вот. Ну, например, вы чего-то извлекаете, допустим. Например, вы пытаетесь от чего-то уйти в, ну, в игра, вот, в игроманию. Вот, вы пытаетесь чего-то, там, допустим, достичь, вот. И, как мне кажется, ваша задача не в том, чтобы победить что-то, а ваша задача, она заключается в том, чтобы понять, чего вам хочется, чего вам нужно, вот, к чему вы стремитесь. Ну вот, через ту же игроманию, например. И если вы сможете увидеть, к чему вы стремитесь, если вы сможете для себя ответить на этот вопрос, да, вы сможете вот, ну, почувствовать, почувствовать то, что вам нужно, вот, в игромане, да, когда вы, вот, когда вы увлечены, вот, я думаю, что как раз таки вам станет легче, вот. И вы, условно говоря, просто, ну, как бы так сказать, да, просто разнообразите удовлетворение своих каких-то потребностей. Вот и все. Поэтому могу вас заверить, что побеждать никого и ничего не нужно. Вполне достаточно просто, значит, ну,
поисследовать этот момент. Вот, вполне достаточно просто изучить вот, ну, вот эти аспекты, которые у вас имеются. Вот. И я думаю, в принципе, ну, игромания у вас будет меньше, ну, в смысле того, что она будет, ну, меньше влияния на вас оказывать, вот, чем сейчас, потому что, ну, очевидно, что сейчас у вас не получается это контролировать, да, вот сейчас вы находитесь там условно во власти этого, вот. И, соответственно, ну, как я думаю, да, это вот портит вам вашу жизнь, вот, ну, я так предполагаю, вот. И, естественно, что вы молодец, вы большой молодец, или большая молодец, вот. Непонятно, потому что непонятно, кто вы, мужчина или женщина. Вот. Но я думаю, что в любом случае вы молодец. А суть заключается в том, что сейчас у вас к себе слишком такие высокие требования. Вы говорите, надо победить. Вот. Ну вот, если будете пытаться побеждать, то вы же сами, получается, будете это и саботировать, потому что ваша психика будет вас защищать от того, чтобы, ну, чтобы вы лишились того, что вам, ну, того, чего вам хочется. Вот. Психика вам просто не, ну, просто не позволит это сделать элементарно. Вот. Поэтому я думаю, что не нужно тратить на это свое время, не нужно тратить на это ваши ресурсы. Вот. А вместо этого попробуйте увидеть, что для вас это значит, что вам, ну, вот, какое отношение для вас это имеет, да, и, что вы пытаетесь получить в результате вот, ну, своей вот этой увлеченности, вот. Понимаете, потому что, ну, тут момент такой, что ведь все люди, да, многие люди играют. Вот. И даже, в азартные игры играют. Вот. Но это не превращается в игроманию. Почему? Да, потому что есть другие какие-то впечатления, источники эмоций, вот, какие-то переживания. Вот. А у вас этого нет как будто. Понимаете, в чем штука. Вот. И само собой вот такое, ну, выделение психоэмоционально происходит у вас. Вот. Поэтому нужно вот немножечко в эмоциональном смысле немножечко снизить это. Вот. Будет у вас все хорошо. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.